Всем привет, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы сегодня с вами поиграем в игрушку под названием Экосистема. Если ты сейчас это смотришь, а Trader Life Simulator еще не вышел, то знай, он просто-напросто задерживается и выйдет либо в час, либо в 8 по московскому времени. И извини, пожалуйста, просто вот задерживается он. Значит, смотри, это у нас типа симулятора, это у нас типа стратегии. Мы здесь будем развивать экосистему с помощью каких-то там растений, рыбок, что-то, в общем, короче, будем смотреть сейчас. Выбери и что-то adjust environment. Не знаю, что это такое. Наверное, нужно просто что-то выбрать, что-то настройки какие-то, преднастройки. Давай выберем вот по типу что-то, ой. Давай вот это выберем, красивенько выглядит. Туториал экосистемы с гейма, игра жизни. Это сердце и эволюинг виртуальных организмов, которые из синтетического ДНК и живут в физически симулятированном океане. Фитест пропуск на их гены для их офспринга. Так много времени. Мир ты создаешь, можешь филд с уникальными созданиями, адаптированными для этого. Давай begin tutorial начнем, чтобы, блин, потом не корячиться и ничего не делать лишнего. Ты можешь двигаться с помощью камеры горизонтально, vast arrow case, and you can move it vertically with GUI and E. Ага, хорошо. Это здорово. А, слушай, классно. Классно. Блин, вот управление вообще, ну не знаю, конечно, не очень прям удобное, но в целом для стратежки это прям самое оптимальное управление, то есть оно мне нравится. Ты можешь также выбирать камера угол, кликом и перетягиванием с правой кнопкой мыши. Я понял уже, да, я разобрался. Спасибо большое. Движение. Наконец ты можешь варпать локацию кликом на минимапе. Ну, давай на минимапе что-нибудь кликнем. Типа, я могу перемещаться. Вообще, это классно. Вот это классно. То есть здесь не нужно просто ползать по этой карте. Здесь можно просто вот так вот гонять по карте. Класс. Вообще, вот здорово. Источники пищи. Мы стартуем на... тебя с Barren Landscape'ом. Но скоро это будет хабибатом. Первый шаг. Посади плантацию и сисел организмы. Это должно формировать базовую твою еду. Стул. А, нет. Какой стул? Это чайр стул. Это чайн. Просто типа источник какой-то. Открой food source меню F2. Курли лиф пундвит, анубис, катайлот, гидрилия, конгоферный, амазон, свордплант. Давай с самого начала пойдем, то у меня денежка-то какая-то есть или что-то мне нужно выбирать специально. Темнота, не темнота. Слушай, я что-то вообще потерялся. Была бы на русском, было бы вообще отлично. Преферс это вот типа где она может, наверное, сидеть. И к чему. Вот это к чему она толерантна. То есть где ей все равно. Да? Преферс это что такое преферс? Преферс это хорошо или плохо? Ну давай вот такую вот шляпу посадим. Можно закрыть как-нибудь вот эту вот ерундовину? А? Подожди. Ну. А что я сейчас наделал? Я могу теперь сажать. Soil type. Ну давай вот сюда вот нажмем. Чего? Health 6. Что такое? Чуть не очень понимаю. Что мне нужно сделать здесь? Пусть здесь растет. А, 7 здоровья. Давай засадим просто здесь, да и все. В чем проблема-то? Как-нибудь можно по... вот так вот, да, делается это все. Смотри, кто-то плавает, кто-то летает, кто-то... А, оно само разрастается. Вот оно что. Едить, колотить. Смотри-ка. Красота какая.
Food Sources, мы стартовали ты твою с Barren Landscape, but soon it will become что-то там Habitat. Ну, а, ну я нажимал, я это уже читал. Смотри, тут все само разрастается, гляди-ка. А, за рыбок мы сажаем, у меня 5 рыбок есть. Вот это что такое? Плюс 27 эко хелс. А вот это что? Плюс 0 эко хелс. А это плюс 0 эко хелс. Адаптибилити 60, Sunlight 100. Sunlight, кстати, закрылся, по-моему, уже 150 раз. Soil type эко хелс. Soil type. Вот ему нужно уже, как это сказать, подбирать какие-то параметры. Будем сажать там, где ему нужно сидеть, так сказать. Смотри-ка, ничего себе. Вот это пошло-поехало. In order for a plant of Sicily organism to grow in allocation, the ecosystem health there needs to meet its minimum requirement. Some pioneer species have no requirement and can grow anywhere. Ничего не ясно, но очень здорово. Текст. Ну, давай забацаем вот сюда. Хрен ли нет, знаешь, вот типа. Почему нет? Вот здесь эко-хелс он ни хрена не прибавляет. Эко-хелса уже больше не будет. Как я понимаю, да? А где, когда растения сисили организм, где-то improve ecosystem, что-то там, in amount deepening on it, соседство, environment, а, с другими, короче, растениями и животными. В этом пути растения сисили организмы шифтуют их environment. Короче, не знаю, что это написано. В общем, будем просто разбираться по ходу дела. Food source, greater diversity. Ой, все, отстань. Я не разбираюсь в вашем нерусском языке. Я, блин, человек простой. Я просто беру, читаю. Если ничего-то не понимаю, то до свидания. Какая-то травка неправильно выращивается у меня. Мне кажется, что это не очень законно. Как ты инкризируешь здоровье твоей экосистемы, ты растешь, растишь очки жизни, это может спендовать, короче, спавнится новые животные и разблокируется больше специфик этих растений via research button directly beneath the flashing life point display. Но если посмотреть на карту, на минимап на нашу, то видно сразу, что расселось здесь только в путь. Креатюрас. Это время эволва таких животных лайфов. Ну тебя в жопу, короче, F3 нажать надо. F3 нажать надо, и что, мне эту рыбёху надо посадить? Подожди, она ж не адаптивируется. А куда мне ее? Что-то, может, я дурак? Или, может, не дурак? Эко Хелс из 15... 13. Адаптибилити ни хрена нету. Но, давай... А, тут 13. Ёшкин ты крот. Давай, короче, посадим эту травку. Как следовать. Чего? Маус вилл ап... Ремув планктон. Чего? Ой! Что я сделал-то? Нет, подожди, я что хотел-то? А, у меня выросло, слушай. Хелс-то растет. От чего? А хрен его знает. The forager button already be selected calic once to spawn in batch of 30 creatures этих. Ты можешь Rise of или Lover, the placement position with the mouse wheel creating creature cost life points. Ни хрена не понятно, но очень интересно. Текст мне это самое. Где здесь кнопки с моими плюс экохелсами? А может вот это вот экохелсом-то поможет немножко, нет? Не поможет экохелсом это уже никогда и никому. А может быть вот это поможет экохелсу? Да ничего он не поможет. Здесь это просто травы можно засадить, и будет вообще все классно. То есть это... Ого! Ого!
Ну ничего себе. Но здесь-то все заросло. Здесь, понимаешь, все заросло, и уже нужно что-то делать. Так, рыбешка. Тебе нужно 15. This area isn't healthy and no spawn this type of creature. Попробуй дифференцировать локацию или increase this ecosystem health here with plants, короче, and other creature types. О, вот сюда вот он может посадиться. Только что нельзя было. Ничего себе, смотри, как что-то происходит, что-то делается. Блин, приколюха. А вот тут что делается? Подожди, я же нажимаю на кнопки-то. Ну, почему он не этого карасей не выпускает? Или это не караси? Ой. Все-таки что-то еще произошло. 43-й уровень здоровья. Ничего себе. Ну давай вот эту акуленка. Не, акуленка рано запускать. Акуленка-то у нас еще не... Нельзя. Акуленок это, блин, лишнее. Понимаешь, акуленок это... Типа прям... Ну, он же хищник, все-таки он сожрет наших всех рыбок. У нас health нашей этой экосистемы-то по самой не балуйся упадет. Новые креатуры имеют рандомные тела, шейпы, коробки, короче, и нервы системы. Это что-то там вокруг видли. Которые управляют маленькими этими другими своими чилдренами и вне времени эволюции могут делаться их делать. Неясно, ничего не ясно, что-то пишут, блин, на английском языке. Я же не англичанин, в конце концов. Я понимаю все, конечно, но нет, не настолько. Это первая их генерация feed on nutrients in the вода. Но eventually they will become larger and switch. Короче, миски из сапайма на нашей этой на нашей мини-карте написаны. Слова какие-то тоже непонятные. Да, попробуем интерактировать с экзистингами креатурами. Опыт за интеракт меню F4. Открыл. И дальше что? И чего? Ой, 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 чего себе. А зачем мне это делать? Может мне кто-нибудь объяснить? Я куда-то его выдвинул, и куда выдвинул, не ясно. Но пускай вот тут сидит. А зачем? Это что такое? Бустовать? Это кул? Может быть, кулануть? Ой, что произошло-то? Я куланул вот эту вот штуковину. А зачем? Не знаешь? Я тоже не знаю. Давай вот эту вот ерунду нажмем. Бустанули вот эту хрень. А зачем? Тоже непонятно. Что-то делается? О чем делается? Херово поймешь. Ой! Ни хрена себе. Вот это скорость. Ой, какая огромная хренота, смотри. Давай ее бустанем. А куда ее бустанули? В какую сторону? Что значит буст вообще? Мы тратим на это какие-то очки определенные. Что это нам дает, не ясно. Можно как-нибудь ускорять... А, ускорил на x2 и все, да, окей. Зачем-то я бустанул вот этого вот зверя. Ой, и вот этого зверя тоже бустанул. Интерактинг, ты можешь куловать и креатуры, и... который тебе не нравится, нажатием на колботон. Ой-ой-ой, смотри, трясется. Они что, померли, что ли? А чего вы помираете-то? А зачем? А что вы делаете-то? А зачем вы умерли? Они растворились. Просто растворились. А зачем? Ты can бустовать креатуры you'd like, feeding it, providing it with many of spring by pressing the boost menu and clicking on the creature you want to eat. Try cooling or boosting creature now. Бустанул. И что? Ну это бустанулось, ну а дальше-то куда? Остальные-то помирают. Бустовать-то я их бустую. А толку-то они все равно все взлетают и умирают. Интерактинг. Ты можешь двигать а зачем? Я же уже делал это все. Я научился этим всем заниматься. Только зачем? Если мне и так все понятно.
Ой. Terrain. It also possible to mold the landscape, digging out caves and ravines or raising mountains. Open the terrain menu F1. Нажал. И дальше куда? То есть, ну, я научился, да. А дальше что? А soil это что? Soil это... Что происходит? Это углубление. Погоди, ни хрена себе. Что за звуки такие? Это в паузе все было-то. Идите его колотить. ФПС-ку меня сейчас просил по самой неболусь. Что такое? Тридцатка. Что за 30 ФПСов-то? 60. Вот в растительности 60, а вон там вон 30. Смотри-ка, выплываю. А, нет, 60. О, все, 60. Что такое, что такое? Тут это опущение. Terrain. Terrain effects life several ways. Soil type effects where plants grow. Понятно, да, ясно, все ясно. Даже не пытайтесь мне объяснить то, что тут здесь написано, потому что я не понимаю, что здесь написано. А, подходящий транспорт сид, яйца и планктоны вокруг инвермомента. Леса могут следовать, где вода берет их. Ты можешь создавать подходящий для выбора draw current 5 and clicking the dragging on the terrain dry. А, try drawing current now. Что это значит? Это я потоки, что ли, создаю? Класс. А зачем? Крутая тень. А зачем я туда? Чё пускаю-то? Животных своих, которые тут живут. Это я типа... А, приколюха, слушай. Можно, короче, потоки создавать в ту сторону, чтобы они там росли теперь. Вот эти все травности, нетравности. Крутотень. Слушай, крутотень, конечно. Блин, прикольная игрушка, чтобы поиграть. Просто, знаешь, типа, если ты понимаешь, что происходит. А вот это что значит? Remove current. А, это remove current. Ну, давай вот это вот туда вот пустим. Ну, а почему бы нет, знаешь? Как бы хуже никому не станет от того, что я вот просто потыкаю. Смотри, сейчас там все зарастет. Там все зарастет и будет сказка. Мы можем немножечко даже, как это сказать... Вот так вот сделать. Я не знаю, правда, что это было сейчас. А, ну я травки посадил. Травки посадил, а зачем? Для чего? Кто не скажет мне, нет. Ладно, будем ждать, пока здесь что-то разрастется. Погнали вот сюда, посмотрим, что у нас здесь. Что у нас вообще здесь происходит? Вот рыбы плавают, зачем-то плавают рыбы. Что это за рыба такая? Да я уже прошел все это управление. Я пытаюсь понять, что это за ракушка плавает. Creation Creator. Ты можешь также дизайнировать и креатуры твоего себя и... Непонятно ничего. Опять же, ничего не знаю. Что тут написано? Что пишут? Что-то пишут и пишут. Ладно. Energy Rate. Species Farager Agi Energy. Energy Rate. Неясно. Не ясно, просто не ясно. Пусть плавают. Пусть плавают, сейчас поглядим, как у них тут пойдет. Так, Yellow Starfish. Опа. Это у нас значится что? Это у нас значится, что вот это возьмем и возьмем вот... Блин, давай вот эту вот возьмем. Да какая разница, давай еще и вот... Экосистем Хелса, она, мне кажется, была, у меня нет. А, и похрен, будет еще. А... О, ничего себе. А вот это что? А, то есть я не могу выбирать. Я должен все поделать сам, пока вот... Ну... Как выйти-то отсюда? Эй, дружище. Блин, он, короче, не дает выйти отсюда, пока я, видимо, сам не выберу все, что у меня. Все, что мне требуется. Но я буду выбирать то, что вот мне нравится, короче. Вот эти самые красивые лепесточки, цветочки, там все дела, короче.
Чё это такое? Нет. Ой, это что такое? Это все ерунда мне. Ой, мне нужна вот эта вот ерундовина. Пусть живут вот здесь. Вон там пусть живут, вон там живут пусть. И вон там живут пусть. Здесь экохелса у них не будет никакого. Здесь от них смысла никакого нет. А следовательно, смысла от них тоже тут никакого. Давай возьмем цветочков. Ага. Вот это что у нас значит? Это значит у нас ничего. Это у нас тоже ничего не значит. А можно выбирать как-нибудь стрелочками, чтобы я не тыкал каждый раз на каждую эту... О, 20 экохелса. Есть курить. Ничего себе. А, ну тут 0 экохелса. Так, а здесь? Это что такое? А, это что такое? Плюс 5 экохелса. Давай вот сюда вот насуем вот этого экохелса. Все, теперь он больше ничего не дает. Пускай растет пока как может. Здесь у нас 41 экохелс. И тогда загоним сюда. Ай. Аж рука зачесалась. Понажимаем на рыбёх. Но рыбёха здесь как бы как таковая-то. Приживется. Приживется, приживется еще как. Ты не представляешь, как она приживется. Мы насуем вот здесь вот этих рыбёх. Пускай живут здесь. Давай, давай. Давай, 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 давай. Появляйся. A new species is growing there in area. Если ты хочешь спавнуть... Попробуй different... Я понял. Попробуй другую, говорит, локацию. Здесь уже есть, мол, такие. Вот здесь нету. А вот здесь есть? Блин, крутотень. Смотри, сколько мы сейчас рыбёк заселим. Но теперь... Нужно заселять еще и вот эту дурость. А это у нас что такое? Это у нас акула. И зачем мы все это делаем, конечно, я не понимаю. Потому что хедкор какой-то. Что такое хедкор? Это где-то здесь. Что-то у меня аж в 19 FPS работает игра. Возможно, это из-за того, что мир прогружается очень долго и очень неплавно, но... Ой, это вот хэдкор. Ничего себе. Смотри, какая страшная ерундовина. Ужас какой. Просто ужас. Фу. Они уплыли почему-то сюда. Почему они сюда уплыли, это вот вопрос уже не ко мне. Почему-то уплыли. Так, тут у нас... Ой, а это что такое? Летучие мыши какие-то под водой. Мне кажется, их быть здесь не должно. И опять же, не должно, наверное, быть 15 FPS в игре, но что же нам с этим поделать? Может быть, подождать, пока у нас игра прогрузится? Да хрен его прогрузится, знаешь. Мне кажется, эта игра сделана для того, чтобы играть до того момента, пока у тебя не съестся вся видеопамять со всей твоей... Со всей твоей, кстати, она у меня не жужжит даже, видеокарта. То есть она как бы не загружена, она просто медленно работает. Возможно, мой процессор сейчас охеревает, но... Я в этом убедиться пока не могу, пока записываю. Так, ну а смысл игры какой? Пускай вот здесь живет эта акула. Apex Predator. Можно ее это самое... Что-то сделать... Ой! Это я могу рыбёк свой сделать? Ничего себе. Крутота. Крутота даже и на... О, давай это будет плоскогубца какая-нибудь. По типу вот... Такой вот ерундовины. Нет, очень расплющенный. Очень расплющенный. Максимально. И вытянутый. И она будет плавать здесь вот так вот. Вот. Она будет страшная. Головы будет... Ой, что это такое? А что это? Рандомис мне не нужен. Это что такое, голова что ли? А, это голова, это карась, слушай. Или сом. Ну, в общем, что-то такое. Поли, масс, моно. Путь поле, короче. Фарагер предатор. Апекс предатор. Апекс предатор будет. Сайз огроменный. Сайз будет. Я люблю большие вещи всякие, и поэтому... Ни хрена себе. Ты смотри на нее.
Не, давай будет сайз поменьше все-таки, чтобы мы ее хотя бы могли на одной карте картинке уместить. Ой, ёшкин ты кот. Давай подлиннее, но поменьше. Что это за этот рыба-змея? Ну, давай будет вот. Будет, короче, такая довольная рыба. Пост. Что такое пост? Не знаю, что такое пост. Угловатость. А, угловатость. Как... Под каким углом она плавать будет? Ну, под таким давай, пусть плавает. Да не-не-не, здесь не нужно ничего делать. Здесь просто вот, вот как есть, так и есть. Здесь тоже нолик поставим. Scale. Скейлы. А что это она посинела? Оставим ее вот в таком вот виде. В самом прекрасном виде, который может быть только у рыбы. Можно голову только изменить? Ой, блядь. Че это такое? Что? Так, скин. Мейн. А можно мне ее... Её... А, ее покрасить можно. Едить его колотить. Давай тогда... Тогда... Я понял уже все, все, что мне нужно. Ее можно покрасить, конечно, но... Но здесь ничего не происходит. Подожди, а почему она у меня не красится? Отстанешь от меня, нет? Можно цвета просто выбрать из... Как его сказать? Из... Отстань. Из какого-нибудь там... Знаешь, как в фотошопе, просто пипеточкой. Но, видимо, нельзя, поэтому будем выбирать... Выбирать из вот того, что нам предлагают. Опа. Головешку надо покрасить. Головешку. А головешка хер красится, смотри-ка. Головешка-то не красится. А здесь у нас есть еще... Ладно, пусть чешуя будет вот такая. Вот такая вот. Головендель у нас будет... Нет, нет, нет. Финсленд, это что такое? Это надо финтовать будет или что это? Короче, будет вот такая вот рыбеха. Поставим их на превьюшку. Вот так вот вообще отличный. Че этот? Че такой паттерн, не знаю. Дон. Чудильник будет называться. Да я понял уже, понял. Да, я назову свою чудилу. Чудильник. Чудильник. И пусть она плывет. Да, классная фотография, конечно, получится. Во! Ну. Вот так вот будет этот чудильник выглядеть. Take a photo. Да нахрен мне это фото, я сейчас и так заскриню. Дна, батон, 4... Не пойму. Погоди. А где мне теперь... Как мне теперь ее выцедить сюда? Чтобы она тут жила. А где она теперь плавает-то? Чудильник-то где плавает? Или он у меня не живет теперь? Я не пойму. Я его куда-то выпустил на природу-то? Нет? Он будет здесь плавать? Есть других рыбок? Или он будет просто-напросто в моей голове оставаться? Спавн 30 креатуре you just created. Хорошо, you just created, но я хочу чудильника. Где чудильник? Он должен быть большим, я его, блин, грех не заметить. Я его специально сделал таким огромным, чтобы он виден был всем и всегда. Я чудильника хочу. Зачем ты мне это вообще вот показываешь? Я уже... Exit without saving, continue... Continue editing. Да, exit without setting. Saving, точнее. Мэтинг, это мне ерунда не нужна, понимаешь? Или он будет появляться только когда я буду выселять вот этих вот товарищей. То есть вот эта вот экосистема с вот этими вот апексами-предаторами будет теперь порождать вот этих больших чудильников. Вот теперь у меня вопрос. Как мне чудильник увидеть, чтобы его заскринить и поставить на превьюшку? Потому что как такового вообще смысла я больше в этой игре не вижу.
Тем более с 19 FPS-ами это... Ой, это черепашки же, да? Это какие-то недоразвитые черепашки, видите, мои хорошие. Тем более прозрачные, смотри-ка. У них рот прозрачный. Пойдем посмотрим... Чудильник есть или нет? Чудильник. Чудильник. Я так понимаю, вот это все название, а нашего чудильника так и нет. Нигде. Это грустно. Это грустно. Я хочу увидеть нашего самого лучшего этого хищника. Хищника хочу увидеть. Ну куда его можно посадить еще? Вот сюда нет. Сюда тоже нельзя. Вон там пусть живет еще. Я просто не особо понимаю теперь, как это работает. Вот что. Вот что я хочу сказать. Давай вот этой ерундой все засеем. Нет? Или вот этой? Вот этой, говорю, ерундой. Давай попробуем засеять. Тоже не очень. Вот этой? Да, давай вот этой засеем. Слушай, ну она достаточно хорошо прибавляет. Она достаточно хорошо прибавляет. А еще если присобачить ко всему к этому вот эти вот ветра, которые, как это говорится, расселят нашу чудесную травку. Куда только не рассеют. То вообще будет отлично. Но я не вижу уже, как бы так сказать, возможности играть в эту чудесную игру, потому что... Ой, это что такое? Потому что у меня уже просто куча нагрузки на видеокарту, я так предполагаю, или на процессор, и просто элементарно компьютер не справляется. У меня 14 FPS, я не знаю, как ты это до сих пор смотришь, но 14 FPS это ужас просто. Корли, по-моему, все это хизматурит. Хизматурит — это хорошо. Погнали посмотрим нашего этого... Как он называется? Чудильник. Чудильника-то нет. Понимаешь, чудильника нет. Он не плавает до сих пор. Он не вывелся. Или же я как-то должен его иначе вывести. Но, опять же, я это не знаю. Я не знаю, как это работает. Поэтому, рад, что вы досмотрели до этого момента. Давайте мы попрощаемся с вами. Прикольная игрушка, но она очень оптимизирована, и все это очень высоконагружено, и компьютер мой говорит, давай, до свидания. 14 FPS, понимаешь, 14 FPS, даже если стоять 14-13, все больше и больше он снижается. Дай с тобой прощаться, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарии, до встречи в новых видео, и пока.